Всем большой привет, с вами Конан и Настя, и также с нами сегодня Басик. Сегодня снимаем обзор новинок, у нас уже вечер, поэтому я включила лампу, идет вот такая тень. Вот, я бы хотела вам сегодня показать свои новинки. Давайте начнем, наверное, с Басика. И Басику я сегодня слепила вот такие вот ботинки. У нас раньше не было ботинок, теперь у Басика есть. Правда, с носком они уже не лезут. В общем, главное, что держите. Вот эта лапка у меня получилась очень классно. Это уже не такая хорошая получилась. Вот масса для лепки. Кому интересно, вот так она выглядела, коробочка. Они по отдельности продаются. У нас это магазин по 25 рублей. Вот, давайте начнем. Сейчас я ему одену на лапки. Вот так это одевается, потому что, видите, когда я одеваю, вот эта штучка рвется маленечко. Но, тем не менее, они зато держатся. Вот. Вот так выглядит Басик в таких ботиночках. Ему очень идет, я думаю. Вот, сегодня он так будет сидеть. Давайте продолжим дальше. Так, следующая моя новинка, это вот такая сумочка. Вообще она предназначена для телефона. А так, я буду здесь носить деньги, так скажем, в школу. Ну, допустим, что-то там покупать. И я могу сказать, что она очень-очень-очень-очень дешевая. Стоила она всего лишь 25 рублей в магазине, все по 25. Зашла туда совершенно случайно и подумала, чему бы нет. Я довольно-таки давно хотела себе какую-нибудь такую маленькую сумочку, чтобы носить денежки в школу. То есть не большой кошелек брать, а вот такой небольшой. На самом деле производство это, конечно же, Китай. Хотя этикеточка такая очень даже ничего. Все продумано, но скажу вам единственное, то есть гарантия дается всего лишь 15 дней. То есть это очень смешно, 15 дней это почти ничего, это полмесяца. Но я буду уверена, что в моих руках он прослужит дольше. Здесь текстура вот такой кожи сделана, милый котик. На самом деле китайцы очень умные, и если тематика котов, то реально коты везде. Вот здесь котик изображен. Дальше. Вот здесь вот головка котика, посмотрите, мочка вот такая изображена. Дальше. Вот здесь вот котик сидит, точнее, вот здесь вот он сидит. Вот. Здесь хвостик котика, здесь мочка котика. То есть обширные у них, так скажем, интересы к этому. И, не знаю, мне понравилось качество. То есть за 25 рублей, в принципе, качество очень хорошее. Ну, на лично мое мнение. Давайте посмотрим внутри. Вот эту штучку можно отцепить. В принципе, я, наверное, так и сделаю, потому что она довольно-таки большая. И будет вот такой небольшой кошелечек. Еще что мне нравится, как у хороших фирм, так скажем, сделана вот такая бирочка. Также есть и у моего Басика. Прошу прощения. Вот. Давайте посмотрим внутрь. Буду уверена, что там качество нас не подведет. Итак, здесь вот такая вот подкладка, то есть уже хорошо. Что-то, забота какая-то, очень интересно. Если вы будете видеть, вот тут изображены кошки, здесь написано вот эти слова. Это, короче, у нас, как это называется, сумочка Animob. Вот, и здесь у нас есть кармашки. Сюда я буду класть мелочь, то есть очень полезная. В принципе, я очень довольна качеством. Очень хорошая сумочка. Не знаю, мне безумно нравится. 10 из 10 баллов. Давайте продолжим. Затем мы пошли в Биби Пассаж, центр. Зашли в магазин под названием Zenden. Купили обувь. Ну, не мне, а родители купили. Потом мы пошли в Fix Price. Но в Fix Price я купила себе лишь вот это. Мама себе купила доску, там еще что-то. Не, доску и все, по-моему. Вот. Это набор магнитных табличек. Вот. Для записи на холодильнике 3 штуки с фломастером. Не знаю, никогда не видела ранее такое в Fix Price. Но задумала себе такое купить. Что ж, давайте откроем. Кстати, вот здесь не забудь купить. И как остальные, вот здесь все написано. Важные дела на сегодня, напоминалка. С другой стороны у нас есть ластик, но это не ластик, это такая как бы щеточка. Фломастер на магните, и вот тут можно что-то написать. Оставляйте штучные послания своим близким. Вот, изготовление апрель 17-го. Вот, в принципе, вроде больше ничего интересного.
Вот, давайте откроем. Я не знаю, конечно, насколько долго эта штучка прослужит нам, но задумка мне понравилась. Так, вот это три магнитика и ручка. Итак, давайте посмотрим на магниты, поскольку это магниты, они слиплись. Итак, первый магнит. Не забудь купить. Такое милое изображение. Также вот важные дела на сегодня. Классно. И напоминалка. Боже мой, она такая классная. Вау. Ну, давайте вот здесь попробуем что-нибудь написать. Для начала посмотрим. Да, это... Упс. Это все-таки не ластик, это как бы... Это даже как-то на фетр походит. Какой-то такой интересный кусочек. Давайте откроем. Черный фломастер вот такой. Вроде бы новый. Давайте напишем, например, какую-нибудь напоминалку. Допустим, помыть посуду. Думаю, хорошая напоминалка. Прошу прощения за свой почерк. Я думаю, вы что-нибудь поймете. Помыть посуду. Попробуем пальцем стереть. Кстати, ребята, пальцем стирается офигенно. Люблю такие фломастеры. В принципе, если у вас кончится фломастер, можно такой купить. Теперь специальной штучкой. Класс, она почти ничего не оставляет. Ну, с первого раза, конечно, не все ототрется, а так просто классно. Мне очень понравилось. Ставлю 10 из 10. И магнит. Магнит липнет. Так, я чуть не поняла. Да, липнет вот он. Сюда липнет. Просто здесь не такой магнит, надо уж пробовать на холодильник. Всем большое спасибо за просмотр. Я вам очень советую вот такую штучку. Если видите это, думаю, тоже советую вам купить, потому что качество лично мне очень понравилось. А здесь мне понравилось все. Очень круто. Кстати, цена вот такой штучки 55 рублей. Данной штучки 25 рублей. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ждите новых обзоров. С вами была Конан и Басик, а также Настя. Пока-пока!